Galaxy Note 5 можно сломать его же стилусом. Птичек жалко, Rovio Entertainment увольняет 40% сотрудников. Old School от Microsoft. Компания анонсировала новый мобильник марки Nokia. Здравствуйте! В эфире телеканала 24KZ новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начинаем с Epic Fail от Samsung. Новый Samsung Galaxy Note 5 – это наверняка отличный флагманский фаблет. Все в нем наверняка хорошо, кроме одной детали, которая портит всю картину и еще стала поводом для новости, которая облетела уже все профильные сайты мира. У Note 5 есть новая функция – пружинный механизм извлечения стилуса. Это удобно, однако нужно быть крайне внимательным. Ведь стилус надо вставлять на место исключительно острым концом, но легко можно перепутать и направить в отверстие другой конец. Никаких препятствий при этом на пути палочки не возникнет. Пользователь, конечно, это обнаружит и захочет извлечь его. Вот тут и начнутся проблемы. Пружинный механизм фиксации не позволит сделать это без поломки. После извлечения смартфон перестанет автоматически реагировать на извлечение стилуса. Для избежания поломок производитель рекомендует быть внимательным и вставлять стилус только правильной стороной. Но кто идеален и никогда ничего не делает в попыхах? Злых птиц станет меньше. Компания Rovio Entertainment объявила о намерении уволить часть сотрудников. Rovio – это та самая компания, которая создала Angry Birds – игра с метанием пернатых из рогатки по баррикадам, построенным злодеями. Забава стала настоящим хитом и стремительно набирала популярность с 2009 года. Но в современном мире кумиры появляются и угасают. На данный момент, как утверждают некоторые эксперты, Rovio Entertainment не может содержать весь штат сотрудников из-за недостаточных доходов от продажи бонусов в игре Angry Birds 2 и товаров с символикой злых птичек. Продажи падают, приходится сокращать сотрудников. Ранее уволили 110 человек. В этот раз было заявлено, что мест лишатся 260 работников компании. Это почти 40% всего штата. Как заявили в руководстве, Rovio откажется от своих планов в сфере образования и сосредоточится на играх, медиапродукции и потребительских товарах. Кстати, в 2016 году должен быть закончен мультфильм, действие которого разворачивается во вселенной Angry Birds. Подразделение, что трудится над анимационной лентой, увольнения не коснутся, так что есть смысл надеяться. Мультик все же мы увидим. Настоящий old school. Microsoft анонсировала выпуск новой модели телефона. Именно телефона, а не смартфона. Аппарат будет называться Nokia 222. Следует отметить, что работать эта модель будет не под управлением Windows Phone 8 и даже не на Windows Mobile. Управлять всеми действиями Nokia 222 пользователь будет с помощью операционной системы Nokia Series 30. 222 — это прежде всего звонилка, как раньше, пускай и современная. Модель может стать настоящей отдушиной для тех, кто устал от множества мегапикселей, гигабайт оперативки и обновлений приложения. Телефон умеет звонить, отправлять SMS, экран цветной, разрешение 120 на 160 точек при 2,5 дюймах диагонали. Но камера все же есть, количество мегапикселей в ней 2. Один или два слота для сим-карты и цена всего $37. Просто представьте, сколько радости. С этим телефоном уж точно не придется постоянно искать розетку для подключения зарядного устройства. Долгую трудную дорогу подскажут карты от компании Google. Корпорация добра взялась реализовать еще одну функцию в одном из самых полезных и популярных своих сервисах. В Google картах давно можно не только прокладывать маршрут или искать по берегам рек места для рыбалки. Они могут дать историческую справку, подсказать часы работы заведений и даже наличие очереди. А еще теперь карты расскажут всю правду о дорогах. Google подала патент на технологию, которая позволит отслеживать поврежденные участки дорожного полотна, собирать информацию в базы данных и использовать их при просчете маршрута. Конечно, в первую очередь новшества внедрят в США. Здесь у корпорации добра большой парк Google мобилей с камерами, которые автоматически собирают нужную информацию. Правда, неизвестно, будет ли в сервисе предусмотрено сообщение «маршрут не найден», если дорог не обнаружится, к примеру, при поиске пути по просторам стран бывшего СССР. Хороших дорог и интересных новостей желает вам редакция проекта ProNet. До встречи в эфире и онлайн на наших страницах Facebook и Twitter и в разделе «Видеоархив» сайта 24KZ. До свидания.